Всем привет! Мы продолжаем проходить Transport Fever 2 в свободном режиме. Так, поехали. Сегодня нам нужно сделать обновление, даже не обновление транспорта. Ну, что-то в этом роде. Так, запустить пассажирский поезд до Белебей. Белебей снабдить продукцией. Запустить 5 фабрик и заработать 570 миллионов. Это у нас 1860 год. У нас есть технологический прорыв. У нас появились новые вагоны. Правда, вагоны я менять не буду пока что. Ну, как бы еще время не пришло. Так, а так получается, короче, в Сентуках не обновить транспорт, а сделать техобслуживание на всем транспорте, который ездит через Сентуки. Даже будет технологический прорыв в наземном транспорте. Здесь у нас пробка. Очень большая.
все. И это только было первое задание. Ну, здесь оно будет легкое, и все. Все равно редко встречаются. Ей нужно
все поставили.
так будет ездить. Получается, запустили. А ничего мы не запустили.
разъедетесь как-нибудь. Надо будет что-нибудь продумывать насчет этого. Это тоже не вариант. То, что вот он стоит и закрыл все.
Ну, пока что покатаемся на каком-нибудь из поездов. А я по дому схожу.
закончится. Двое будут заезжать, один выезжает. ЖД ветки пускать и пропускать. Одно я точно не пущу. Вторую можно только.
Регистрация вагонов и хвоста состава. Спасибо за внимание. Thank you.
Thank you.
самое интересное, что у нас в минус дает такое. Любее растет. Потому что иначе я вообще уйду в минус.
Не, можно сейчас попробовать. Должен взять. Итог того, то, что уходим на следующий год. Иначе это крах. Можем продолжить следующий год, прямо сейчас же. Да, видео будет дольше. Самое главное. Хотя нет, мы будем. Может, минус мы, конечно, пошли конкретно. Это надо будет исправить. Ну ладно, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки.